Apple iPhone 7 и 7 Plus стали первыми смартфонами компании с защитой от пыли и воды по стандарту IP67, в то время как в сети ходят слухи, что в 2017 году смартфоны Apple будут еще больше защищены от попадания воды. Энтузиасты проверяют, на что способны уже представленные производителем модели. На этот раз один из пользователей под ником RedTechRex решил протестировать, выдержит ли смартфон сутки в мертвом море. Соленость, в котором в 10 раз выше, чем в океане. Новый iPhone 7 во включенном состоянии поместили на небольшую глубину и оставили дожидаться следующего дня. Когда пользователь вернулся за своим iPhone 7, смартфон не реагировал на нажатие кнопки питания и не подавал признаков жизни. Стоило высушить устройство и подключить его к сети, как оказалось, что iPhone полностью функционирует и просто разрядился за время пребывания в соленой воде. Напомним, сертификация IP67 гарантирует погружение на глубину около метром на протяжении 30 минут, в то время как на практике iPhone 7 выдерживает гораздо дольше времени. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.